привет, это Мария Гайдар. Я хотела сказать пару слов о выборах в России. По всей видимости, выборов все-таки не будет. Вчера Центральная избирательная комиссия отказала Навальному в регистрации, поэтому будут не выборы, а снова выборы Владимира Владимировича Путина. Не знаю. Я хочу сказать, что я смотрела это заседание избирательной комиссии, тоже предлагаю вам посмотреть. Ужасно отвратительно, совершенно отвратительно вот эта уверенность этих людей, которые сидят в этих комиссиях, то, что они говорят, про то, что они трудились 12 лет на заводе. Вот это вот мы дадим вам совет. Я вообще-то в советские времена 12 лет отпахал на производстве, а вы пока я не видела, что вы вообще зарабатывали кровь тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь. Ну ладно. Я рад, что вы раскрыли свое отношение, оболванивает молодежь и так далее. Ну, во-первых, хочу сказать, что мы тут точно не печеньки, которые должны кому-то нравиться. Я очень рада, что в Украине этого нет. Вот Навальный предлагает им участвовать в кампании, говорить всю правду, использовать возможности в телеэфире и за 5 дней до выборов снять свою кандидатуру. Мне кажется, это интересное решение. Посмотрим, кто как себя поведет. Думаю, это очень хороший будет маркер и показатель.